Всех приветствую на своем канале. Давно у меня не было распаковки. Такой вот конвертик. Весит он 7 грамм. Я не знаю, весит ли с пакетом или чисто содержимое. И стоит 1 доллар. Товар не отслеживался. Давно ничего не заказывал. Даже не знаю, что там может быть. Честно. Ага. А, это опять рыболовные снасти. Так называемые. Такой вот фирмы, не буду произносить вслух. Вот такие две интересные, довольно красивые. Не знаю, как понравится мне рыбка, мне вот больше нравится вот с блестками. Я не знаю, можно ли их открывать. Нет, лучше не буду, пускай они. Мало ли, там вакуум нарушится. Ссылку я дам в описании. Вот такой чисто китайский шоу. Этот товар где-то около 3 месяцев, кстати, да, заказывали мы в декабре, это в конце декабря пришел он, сегодня у нас 14 марта, вот 2,5 месяца шел. Такая небольшая распаковочка. Ссылки я, если найду, надеюсь найду, дам в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся еще. И надеюсь, будут еще распаковки. Сейчас пока нечем было заказывать. Но это заказывал человек, а не себе. По просьбе. Вот.